В который раз лечу Москва, Одесса, опять не выпускают самолет. И вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надвёшь маяк, как весь гражданский флот. Над Мурмайском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло, и что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно и тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане влетают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда 3 дня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно и тепло. Там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают. Несправедливо, грустно мне, ну вот. Нас на посадку скучно, стюардесса приглашает, похожая на весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, в который не заманят и награды. Открыт закрытый порт Владивосток, Париж открыт, но мне туда не надо. Следим мы, раз погодится, теперь запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Но я уже не верю ни во что, меня не примут. У них найдется множество причин. Мне надо, где метели туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан, открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса и нас обратно к прошлому ведет. Все устроенная, как тут, а стюардесса из Одесса, доступная, как весь гражданский ход. Опять дают задержку до 8, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимаю. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают.